Итак, друзья, всем привет! Вот и начинаем собирать наш газон. Ставить запчасти все пришли. Сейчас все будем устанавливать. Что мы делаем перед установкой? Сейчас нам надо вытащить все старые резинки, все здесь зачистить, чтобы не осталось ничего здесь, ни коррозии, ни герметика. Вот таким образом идет момент зачистки. Вот эту всю ржавчину обязательно надо убрать. На дереве у нас тоненькая щеточка по металлу, и ей зачищаем. Далее потом надо будет все выдуть либо обезжиривателем, либо мы будем это бензином замывать, либо я не знаю, там, можно много чем запшикать, чтобы это все убрать, например, там очистителем тормозов, карбюратора и прочее. Вот. Так как там гильзы, резинки наши были намазаны герметиком, приходится вот к такому методу прийти. А так вообще герметик там не нужен. Вот, значит, сейчас все зачищаем, подготавливаем и будем потихонечку собирать. Так, вот замеряем наш цилиндр. Измерили поршень. 800 так у нас показывает. О чем это говорит? Это говорит о том, что все у нас в допуске. Перед этим, конечно, замерили наш сам поршень. Все, далее берем и устанавливаем наши гильзы. Так, друзья, вот она наша новая поршневая. Гильзы ЕМЗ-шные, поршня. Сейчас, значит, переберем. Шатуны мы оставляем свои. Шатуны вкинем. Также комплект вкладышей у нас новый. У нас в комплекте идет стопорные кольца, поршень, палец, ну и сама гильза. Вот. Ну и резинки еще комплект. Вот. Также все у нас здесь зачищено. Сейчас устанавливаем резинки. Вот. Итак, вбили гильзы. Ну, как они вбиваются, я думаю, каждый из вас знает. Значит, вставили туда резинки, гильзу намазали маслом. Устанавливаем сюда, ну, такой зазор у нас остается. И потом через деревяху какой-нибудь хлоп по ней. И она осаживается у нас так. Также мы ее пометили. Так как мы замеряли, все замерили поршень. Каждый под нее подобрали. Хотя они уже идут в комплекте. В принципе, тут все в допусках, все в норме. Вот. Далее сейчас будем устанавливать поршня. Наши туда-обратно. Так, вот шатуны наши переставлены. Поставили новые вкладыши. Перед установкой не забывайте все обязательно маслицем мазать. Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортить. Значит, вкладыши, сами наши поршня, чтобы у нас на сухую ничего не терлось. Сейчас, значит, берем оправку. Ну, процедура ясная, как это все устанавливается. Делать будем вдвоем. Я сейчас нырну вниз. Напарнику моему не позволяет его мозоль трудовой подлезть под газон. Вот. Буду снизу затягивать, а он сверху их будет вставлять мне. Вот, сейчас, значит, установим и продолжим. Перед установкой не забывайте продувать вот эти вот масляные форсуночки. Они без клапана дуются прям туда. Берете шлангочку, продувочник и туда дуете. И все услышите, дуются они либо забиты. Все, устанавливаем поршня. Первый установлен. И вот так вот. Следующий на месте. Короче, все, далее прикручиваем их снизу. Не забывайте шейки шатунов также с вкладышами смазать все. Ну, как их собирать, замок к замку, вкладыши, я думаю, каждый знает. Ну и вставляем наши два остальных. Два у нас уже готово. И все. Итак, друзья, уже сумерки. Поршневая вся установлена. Все, зачехлили поддон, все закрыли. Остальную работу оставим на завтра. В принципе, нам останется поставить ГБЦ. Навесное все навесить. Ну и турбину будем ждать. Нам ее доставит сам владелец. Поэтому на этом наш этап пока что оставляется. Все, уходим до завтра. Завтра будем ставить все остальное и уже запускать.